Всем привет, с вами Александр, вы находитесь на Перепелином канале. Это коротенькое видео, будет снято про ниппельную систему. Я продолжаю ее улучшать. Я съездил в гараж, и там склад всяких старых вещей, и я в нем нашел поплавковый механизм от туалетного бачка. Очень рад, что я его нашел. И нашел вот такую вот банку, не знаю, из-под чего. Из-под краски или еще чего. Чтобы не тратить как можно меньше времени на обслуживание перепелов, я сейчас сделаю поплавковый механизм вот в этой емкости. И без моего участия она будет сама пополняться водой, и не нужно будет ходить и доливать воду, все будет происходить автоматически. Ну вот, 5 минут и готово. Сделал два отверстия, снизу шариковый клапан крутил и сверху поплавковый механизм от унитазного бачка. Проводим испытания. Тут шланг не отсюда, чуть подтекает. Вот, в принципе, и все. Поплавок поднимается, вода перестает течь. Здесь идет ниппеля. Очень простая система. И вот моя ниппельная система. А шланг с водой я еще сюда не подвел.